Рэйчел, ты занята? Да нет. Я тебе уже говорил, что ты не можешь работать без напарника. Его уже отправили багажом? Мне не хочется брать человека со стороны, я решил растить смену в своем коллективе. Вот, прошу, любите жаловать. Можно тебя на одно слово? Увы, Рэйчел, решение уже принято. Сержант Сайкс изъявил желание сделать карьеру детектива, и судьба предоставила ему эту возможность. Удачи тебе, Гевин. Надеюсь, детектив Голдстейн не станет тебя обижать. Большое спасибо, сэр. Я мигом, только переоденусь в штатское, хорошо?